Здравствуйте, меня зовут Сайора, мне 52 года, у меня среднее образование. Попыталась учиться в институте, но у меня не получилось. Сейчас я занимаюсь продажей одежды. Я не просто пришла к этому бизнесу, это была инициатива моей дочки. Она изначально вот этим занималась. С детства она как бы любила красиво одеваться. У нее чтобы должно было все быть красивым, одежда красивая. Вот с этого началось. Дочь моя вот хотела сперва открыть ателье, но я была против, я боялась. Она у меня смелая, она не боится, а я была против, папа был против, мы ей не помогали. Потому что всего я боялась, но она настояла, что она, все она, у нее получится, что она вот сделает. И вот так вот с этого началось. Когда поступила в институт, она все-таки открыла свой бизнес. Она вот открыла ателье, но у нее не получалось. Долго она шла к этому, но постепенно я тоже начала помогать ей. Я находилась рядом с ней. Но у нее не получалось. Но в итоге она набрала своих клиентов, вышла замуж, Лялечка. Ну, все с этого началось. Но долго было так, долгая история. Вот потом она меня в это дело втянула. Открыли вот этот первый филиал в Кушбеги. Потом это тоже там не сразу. Ну, потом она меня втянула в это дело. Мама, давай, пошли уже в Челанзаре открыли. И там еще пошли. Третий магазин рядышком детский. Вот так и пошло. На данный момент мы сейчас продаем одежду. Детские, там это для взрослых. Одежда, вот этим занимаемся. Я вообще-то тоже как творческий человек, я любила рисовать. Хотела стать художником, но у меня не получилось. Но от меня вот дар, две дочки у меня тоже хорошо рисуют, от меня к ним вот перешло. Вот с этого все началось, наверное. Но я не стала художником, я любила заниматься керамикой. Но я в этой сфере тоже себя попробовала, у меня получилось. Работала, ну там, недолгое время, но бросила это дело. Начала в типографии, все, что с бумагой связано, вот эти дела тоже творческие. Ну, в типографии работала переплетчицей. Есть детская одежда, женская одежда для взрослых, платья, двойки, повседневная одежда, классическая одежда, там нарядные вещи, там все можно найти. Стараемся отличаться от других магазинов, индивидуально подбираем каждую вещь отдельно, с интересом, чтобы клиентам было интересно, чтобы им нравился. Поскольку, как ранее говорила моя дочь, она училась на модельера-дизайнера, она сама вот так каждому клиенту индивидуально там подбирает одежду специально. Она создает образы сама. Ну, клиенты довольны и уходят. Как мы начали эту работу, вначале очень трудно было, клиентов не было. Набирали клиентов, действительно сидели даже. Ждали клиентов, сидели, да, было такое. Не сразу вот так все пошло хорошо. Но потом постепенно начали набирать клиентов. Сейчас более 40 тысяч клиентов. Все довольные. Первые клиенты у нас были соседями, родственники, свои люди. Это было в 2017 году, это было давно. Ну, сейчас конкретно не могу сказать, на какую сумму продали, на сколько там. Сейчас не помню уже, но было давно, да. Работаю на этой направлении, да, с
с первого месяца мы вышли на прибыль. Это уже со второго филиала, я говорю. С первого филиала у нас сразу вот так не пошло, поехало, хорошо было. Мы были на минусе тоже, у нас за аренду платили. Не так уже все хорошо, идеально было. Но со второго филиала у нас было все хорошо. Не сидим на месте, работаем, рекламу даем, рекламируем, подбираем одежду. Каждую неделю у нас два раза новый ассортимент одежды. Наши товары нравятся нашим клиентам и быстро распродаем. В основном нашу продукцию рекламируем в Инстаграме, в Телеграме и в основном рекламируем в соцсетях, продаем их в магазине. В самом начале у нас была проблема с арендой, поскольку у нас клиентов немного было. Платили со своего кармана. Все было, клиентов не было. Несколько раз блокировали наши странички, сидели без ничего, без клиентов, поскольку там клиенты в основном через Инстаграм приходят, поскольку у нас 40 тысяч клиентов. Вот это все исчезло, всего не было, набрали заново, заново, заново. У нас было уже второй раз. Но мы прошли все через это. Ну все, получается, стараемся. Преодолев все трудности, мы достигли хороших результатов. В данное время мы обеспечиваем работой 6 человек. Помимо этого у нас есть 2 курьера. Иногда не успевают, иногда сами выходим на доставку. И вот так и работаем. Конечно же, те люди, которые работают с нами вместе, они тоже зарабатывают деньги. Чего мы добились? Добились хороших клиентов. Я, например, работала в государственной работе. Сейчас в данный момент работаю, например, на себя. У меня много времени. В данный момент открываем сеть магазинов. Дальше. Мне доставляет удовольствие видеть счастливых наших клиентов, видеть их счастливые улыбки. Больше начала узнавать людей, клиентов, хорошие отзывы. Хорошие покупки. Два года назад, вот как я говорила, я работала в государственной работе. Как бы дочь моя втянула в это дело. Все изменилось. Я больше начала обращать на себя внимание. Больше, например, нахожусь с дочерьми, с внучками, у нас трое.